Война? Нет, черные пиджаки на мерцах. А кто это? Если нам повезет, то это всего лишь прогоны, пришедшие, чтобы нас скинуть. Малый бизнес. Бизнес. А если не повезет? А если не повезет, то значит, президент не шутит, когда обещает снова рассказать нам свои. Не пошевелят и пальцем, чтобы спасти свою собственную бабушку от кровожадного зверя чиновника. Это же чинуши. Они не спасут без приказа, заверенного в трех экземплярах, исходящего, входящего, запрошенного, утерянного, найденного, переданного на общее расследование, снова потерянного, окончательно измявшегося и выброшенного в мусорную корзину. Это же чинуши. Не спасут они без приказа, заверенного в трех экземплярах, входящего, исходящего, запрошенного, утерянного, найденного, переданного на общее расследование, снова потерянного, окончательно измявшегося и выброшенного в мусорную корзину. Ха-ха. Не толпитесь, не толпитесь. Обслужим всех. Вам справочку? Справочку для того, чтобы нужна справочка. О той справочке.